К новостям культуры. Искусство хорового пения является не только одним из старейших жанров, но и самым массовым, наиболее востребованным и любимым видом деятельности. Оно по-настоящему сплачивает людей в любом сообществе, поющих вместе, рождается больше взаимопонимания, что ли, и чуткость друг к другу. Недавно в Магадане прошел хоровой фестиваль, участники которого лишь подтвердили эту мысль своим слаженным пением. Подробности в материале Игоря Дадашева. В нашем городе имеется лишь несколько учебных заведений, где долго и кропотливо выращивают вокалистов для магаданской сцены. Педагоги музыкальной и хоровой школ, колледжа искусств пользуются заслуженной славой опытных мастеров своего дела, что неизменно подтверждается на различных конкурсах и фестивалях, как регионального, так и всероссийского и международного уровней. Прошедший в конце минувшей недели хоровой фестиваль собрал как уже опытных мастеров сцены, так и новичков, учащихся и студентов. Среди участников нынешнего фестиваля выступили победители и номинанты престижных конкурсов. Так, в частности, ученики Ольги Замковой, Марины Сергеенко и Светланы Серенковой только за минувшие пару месяцев стали обладателями высоких наград на творческих состязаниях в Магадане, Москве и Владивостоке. Конечно, они не все станут профессионалами, но в душе у каждого будут звучать те колыбельные песни, те народные, которые, допустим, они разучивали на фольклоре, на сольфеджио, там, в хоровом классе, по фортепиано. И где-то они услышат и скажут: «Ой, а я это играл, ой, а это играла там моя подруга или там друг, ой, а это я слышал на концерте». То есть у них настолько богатая душа. Не менее важно для будущего вокалиста – это серьезная классическая постановка голоса и академическая техника пения. Академическая постановка голоса – это самое правильное, это то, что сохраняет голос до старости. Всем известно, что голос – это самый тонкий инструмент, который нельзя заменить связки. Можно сломать инструмент и поставить новые клавиши, новые струны в любом инструменте, кроме голоса. Если голос поврежден, то его либо долго нужно лечить, либо ты теряешь голос совершенно. Ведь в конечном итоге музыкальное образование, как и другие виды искусства, формирует полноценную личность в ребенке. Музыка вообще является очень мощным катализатором для развития внутреннего потенциала ребенка. А обучение пению, музыкальному пению, оно активизирует оба полушария, потому что при пении идет параллельно два процесса, две работы, не связанные друг с другом. Это работа речевая, дикционная, и работа интонационная, которая относится совершенно к другому полушарию. Поэтому люди, которые обучались в детстве и в юности пению, хоровому пению, сольному пению, они кардинально отличаются от своих сверстников, которые не занимались этим видом деятельности. Ансамблевое пение действительно сближает и взаимно обогащает как исполнителей, так и слушателей. В этом смог убедиться каждый, кто побывал на хоровом фестивале в муниципальном центре культуры, где выступили такие мэтры жанра, как капелла имени Евгения Алхимова, так и юные вокалисты, учащиеся и студенты наших школ и колледжей искусств. Игорь Дадашев, Павел Степанов, «Эхо дня».